Сарваров. Удар. И, судя по воплям, нефтехимик там забивает гол. Или выходит вперед, не совсем понятно. Загайнов. Передача на Шакирова. Во время прерывания трансляции у нас ничего не изменилось. Команда Альметьевская идет вперед. Зуев. На Шакирова. Гайзидинов. Отлично. Передача на Загайнова. Удар, рикошет. И мяч от штанги улетает. На угловой. Загайнов подает. Удар, Зуев. И отлично, Зуев на месте. Спасает сейчас команду Зуев после неожиданного удара. Шакиров. Сам разгоняется. Сохраняет мяч. Вместо Краснова на поле сейчас появится Холкин. Сарваров должен побороться. Передача на Загайнова. Загайнов сам отлично разворачивается. Передача на Сарварова. Гайзидинов, да, догоняет Гайзидинов мяч. Шакиров. Удар. С мячом. Сарваров. На поле появился Наборщиков. Гайзидинов. Зуев выходит и подстраховал сейчас Сарваров. И сделал передачу на Сарварова. Сарваров на Загайнова. Удар Наборщиков. Вне игры. На поле появляется Краснов. Довольно-таки на необычной для Красного позиции. Карапетян с мячом.
Холкина Сарварова. Карпетян. Газидинов вовремя вернулся, перехватил передачу. Краснов должен добегать. Сильно вперед. Загайнов с Красновым поменялись. Красновым встал в центр. Загайнов ушел на острие атаки. Напоминаю, счет также 2-0. Судья показывает, можно играть. Беги, Сарвар, беги в коридор. И команда Альметьевска пытается организовать атаку. Отлично, Карапетян делает передачу в коридор на Сарварова. Сарваров сам. Карапетян на пятую точку ложит игрока Альметьевска на ложном замахе. Сарвар, вырываешься, срежь угол. Сам зайди туда. Краснов. Итак, параллельно матч КамАЗ-Нефтехимик закончился. Не совсем понятно, с каким счетом-то. Ой-ой-ой, там, судя по всему, Нефтехимик выиграл. То есть нам сейчас надо здесь выигрывать. И будем считаться по разнице забитых мячей, скорее всего. Смена в команде Альметьевск. На поле появился Чугунов вместо Карапетяна. Удар. Краснов накрывает удар. Газидинов должен сейчас сам убегать. Газидина на поле появляется Карапетян. Чугунов, Карапетян. Опять Чугунов. Холкин. Чугунов. Отлично, передача на Загайнова. Карапетян Малик сам бежит.
на ложном замахе обыгрывает. Делает передачу. Чугунов чуть не проспал. Успел вернуться. Краснов. Загайнов. Карпетян. Так, прошу прощения, там КамАЗ «Нефтехимик», не наша группа играла, тут, оказывается, сбой пошел. Хотя нет, вроде как наша играла группа. Надо будет узнать, все-таки как закончился матч. Опасный момент. Краснов удар. Холкин сам обыгрывает. Сам должен убегать. Сам себе прокидывает. Чугунов. Карпетян. Вместо Красного на поле появляется Тихонов. У нас остается, с учетом того, что трансляция прерывалась, я так думаю, около 4 минут. Угловой в пользу команды «Строитель». Загайнов будет подавать. Потеря. Чугунов. Надо сохранить мяч, подержать контроль, да. На Холкина, обратно Чугунов. Отличная передача на Загайнова. Карпетян, подача. Вот сейчас простили. И пропускаем мы мяч. Счет в матче становится 2-1. Вместо Чугунова на поле появляется Краснов. Карпетян. Загайнов. Сарваров. Краснов. Газидинов. Стелется под каждый удар уже. Да, все-таки поход «Нефтехимик» сделал сенсацию, обыграл КамАЗ.
Зуев не спешит. Сразу передача на Холкина. Ранель сам. Сарвар, вот туда уже убегай, блин. Главой зарабатывает Сарваров. Ранель, подожми чуть-чуть. Подача. Зуев. Не устану сейчас повторять. Очень спокойно, хладнокровно сыграл. Газидинов. Загаринов. Холкин. Карапетян. И матч заканчивается. Счет 2-1 в нашу пользу.